Культура важна и нужна обществу во все времена. Даже кризисный 2015 год не стал исключением. Событий было много. Все это делается с одной целью – привлечь нижегородцев к миру прекрасного. При том, что все говорят, что культура находится на задворках или культура не обращает внимания, могу вам сказать, совершенно не соответствует действительности. В прошедшем году было сделано немало. Завершилось строительство культурного центра в Болдино, открылись дома культуры в селах Фролище и Новоселке. И в будущем году набранные темпы точно не снизятся. Мы планируем в этом году начать работы в Дивееве по строительству Центра славянской культуры. Мы планируем в этом году завершить работы в Первомайске. Там в очень высокой степени готовности общестроительные работы. Это культурный центр. 3250 метров. Мы планируем в этом году отремонтировать общежитие Борского культпросвет училища, колледжа культуры. Прошедший год литературы показал, что читающих нижегородцев действительно много. Вся область участвовала в разных конкурсах и мероприятиях этого книжного года. Год нынешний должен ввести моду на кинематограф, а нижегородская культурная активность – пример всей стране. Мы ведем этот корабль к тому, что культура Нижегородской области из ряда в ряд становится уже модной, развивается, имеет свою уникальность, особенность, которую сегодня уважают во всей нашей стране. Особняком стоит вопрос ремонта в театре оперы и балета, но тут власти всех карт не раскрывают. Известно только, что ремонт будет капитальный и пройдет он летом. Уже в сентябре театр удивит посетителей не только новым репертуаром, но и интерьером.